Привет, ребятки! В общем, сегодня по планам. Сейчас поеду, заберу топливо. Приехало топливо спортивное на BMW. Заедем, заберем в транспортную, помоем бусик, снимем, отдадим интеркулер в ремонт. В общем, сегодня занимаемся автобусом. Заедем его, помоем, салончик приберем. В общем, всем подряд позанимаемся. Бэшкой позанимаемся. Телек надо сюда наконец-то срастить. Есть, в общем, свои моментики передвижения на таком транспорте. Сейчас пришлось пешочком везде прогуляться, прощупать почву, потому что получение вообще в другом терминале. Сейчас вот шагаю обратно. Какой-то нехороший человек на короле встал или сюда заехал. В итоге он подвинулся, уже было поздно. Угол, короче, не тот. Ну, заехал, все норм. Сейчас решил ножками пройтись, посмотреть, что как там выезд организован. Сейчас забираю топливо, буду снимать кулек. Здесь по соседству на базе Shedskills находится, надо будет им его сразу закинуть. В общем, как-то так. В принципе, 8 бочек залетает со свистом. Я начал просто легкую такую статистику вести, чтобы все нормально влазило, чтобы потом в тетрис не играть. Надо запомнить, что 8 бочек сюда залетает, чтобы потом по салонам ничего не распихивать. Скинул, значит, только что интеркулер прямо в бусике. Рассказываю, что у нас происходило. В общем, лопались вот эти бочки. Если сейчас даже внимание обратить, их раздувало. Ну, то есть он круглый стал. Их раздувало от этого алюмишка. Видимо, слишком тонкая была и лопалась. Поэтому сейчас пацанам отнесу, они полностью эти бочки все удалят. И потолщим металл сюда используют. И со вторым бочком такая же беда была. Как-то так. Да, на фон не обращайте внимания, потому что я недалеко от их базы встал, чтобы там на бусике не крутиться. В общем, ядро вибрантовское отрабатывает вообще на 100%. Пацаны сделали здесь перегородку, которая распределяет поток воздуха на верхнюю, на нижнюю камеру. И, в общем, оно отрабатывает вообще на 100%. Здесь все горячее полностью. Здесь уже холоднее становится. И причем мы не использовали, не ставили вообще никакие вентиляторы. И температура на вкус таки достаточно низкая, что мощность не пропадает. В общем, вот этот моментик только сейчас корректируем, переварим, и я думаю, вообще все будет бомбяу. Первый раз сегодня приехал на грузовой портал. Решил попробовать на такую моечку выключить. Как будто бы ручками не всегда все отмывают. Поэтому будем пробовать автоматическую систему мойки. Дам потом обратную связь. Сейчас пока моют, просто пойду вот так вот брякнусь на диванчик. Вот сейчас даже и в сторис не стрёмно показать. Все чистенький, намытый. Блин, новые колеса, конечно, сильно отличаются вот от этого. Надо, я думаю, завтра этим делом заняться что-нибудь. Отпесочить где-нибудь, покрасить. Вот так сильно красивее. Кайф. Полировальная машинка есть, я думаю, вот борта завтра пройти вот эти. То, что там подделывалось, подкрашивалось. Хочется попробовать вот эти следы, потеки всякие почистить. В общем, позаниматься мордой тоже. Даже администратор на мойке только что удивлялась, спрашивала, что это, говорит, у вас за автобус такой? Что, типа, в него можно что-то загружать? Что это сзади там за хреновина откидная? Я говорю, так машина внутри, представляете? А, да ладно. Я говорю, да. Блин, сейчас, говорит, наверное, такое уже не найти. С Германии пригоняли. Я говорю, ну, с Германии пригоняли, в России только нашли. В общем, всем интересно, что это за аппаратура такая. Блин, от этого еще больше желания есть его до ума довести, все сделать чин-чинарем. К
Кстати, так до сих пор никого и не нашел, кто займется. Вроде одним позвонил, вторым позвонил. Ребятки, судя по тому, что только что у меня чувачок в магазине признал меня и поинтересовался, где будет ближайшее мероприятие. Видимо, не все знают, что РДС Европа, не GP, а РДС Европа, приезжает в эти выходные в Челябинск. Поэтому для болельщиков дрифта именно на Урале у вас есть уникальная возможность никуда далеко не летать, а буквально там доехать до Челябинска и посмотреть РДС Европа вживую. Тем более это будет впервые на данной локации. Все топовые пилоты, короче, приезжают данного чемпионата. Поэтому всех приглашаю от лица себя, от лица организаторов РДС Европа. Приезжайте, кстати, и успевайте билеты купить, потому что их действительно не так много. Я знаю, что там сидячих мест, крытых трибун поставили ограниченное количество. Поэтому успевайте и увидимся там уже в эти выходные.